Люди кричат «хоровод за народ». Это что-то новое. Такого не было никогда. А вот там полиция стоит во всем обмундировании. Полиция выстрелили в ряд вдоль площади. Вот люди ходят хороводом вокруг ледовых скульптур. И это уже третий круг. Хоровод перешел на улицу Гоголя. Потихонечку туда полиция. Вот там стоит, перегораживает. Вот ребята, так перекрывает. Вот что творится. Вот так, ребята. Шапку, шапку! Вот начинается полный пиздец. Так, люди пошли через двор, потому что впереди им путь преградили, там сотрудники стоят. Протестующие решили поиграть как кошки-мышки. Ждали их внизу, а люди повернули туда, во двор.